В советское время день 22 апреля был праздником для всех, в том числе и для детей. В нашей студии снова появился бюст Ленина и появились дети. Здравствуйте, я представлю всех по порядку. Это Таисия, это Дмитрий и Елизавета. Ребята, учащиеся про гимназии, собираются в первый класс. Расскажите, пожалуйста, дети, знаете ли вы, в каком районе вы проживаете? В городе Видном. В городе Видное, верно. А как называется район? Ленинский. Ленинский, правильно. А еще у нас есть улица, где живет, например, Дима. Как называется улица? Проспект Ленинского комсомола. Ленинского комсомола. А почему, почему у нас и район называется Ленинский, и даже некоторые улицы? Кто Потому знает? Что он в честь дедушки Ленина называется. Так. А кто такой дедушка Ленин? Это... Человек, который придумал субботник. Который придумал субботник? А ты, Лиза, как думаешь? Тоже так думаю. Так же думаешь? Но ты настоящий человек? Когда он жил? Давно. Очень давно. Ну, например, когда? Пушкина не было. Еще когда не было Пушкина, а ты думаешь, как Таисия? Ну, тоже когда Пушкина не было. А как вам кажется, как его звали? Владимир. Ленин. Ленин Владимир. Может быть, у него были какие-нибудь подпольные фамилии или еще какие-нибудь другие имена? Владимир Ленин. Владимир Ленин? Все. Что такое Ленин, кроме того, что это человек? Он был кем? Кем он работал? Президентом. Он был президент какой страны? России. Президент России. Угу. А вы говорите, что он придумал субботник. А что такое субботник? Это когда убираются. Так, Таисия. Это когда, ну, что было чисто, что все люди это делали. Это бесплатный труд. Это бесплатный труд. Я вас поняла. В эту субботу в нашем районе, в нашем городе, видно, который вы все любите, состоится субботник. А будете ли вы принимать в нем участие? Да. А с кем вы ходите на субботник? С мамой. С мамой. Мама ваша убирается? Да. То есть мамин бесплатный труд используется по субботам, так я понимаю? Да. Где проходит это мероприятие? В садике. На улице. На улице, в саду. Что вы делаете? Убираемся. Я ветки собирала. Ну, вот я листья чистила. Я деревья красил. Красил деревья. Превосходно. В эту субботу и Таисия, и Дмитрий, и маленькая Лиза пойдут на субботник.